От него уже более 1200 жителей области смогут получить поддержку, заключив социальные контракты в этом году. Таким образом, в регионе продолжает действовать программа, которая позволяет гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, повысить свой уровень доходов. Поддержка оказывается по четырем направлениям. Поиск работы, открытие бизнеса, ведение личного подсобного хозяйства и другие мероприятия, нацеленные на повышение уровня доходов. Например, те, кто хотят завести собственное дело, могут получить до 350 тысяч рублей. Размер ежемесячной выплаты для поиска работы равен прожиточному минимуму для трудоспособного гражданина в течение месяца с даты заключения соцконтракта и 3 месяца с момента подтверждения факта трудоустройства. Напомним, что социальный контракт представляет собой договор гражданина с государством и подразумевает исполнение соответствующих обязательств с обеих сторон. Он ориентирован на жителей региона, чей доход ниже прожиточного минимума. Это семьи и одинокие люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Если речь идет о семье, то рассчитывается средний доход на каждого ее члена.